А я абсолют всем, с вами Стэйм Сброд. Сегодня мы будем слушать альбом Славы КПСС, который называется Горгород 2. И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Так, ну это у нас получается продолжение Горгорода Оксимирона, да, который был выпущен в 2015 году. Стёбненький альбомчик от Славика, Горгород 2, так понимаю, с черным юморком, все дела. Погнали слушать, я его не слышал, давно надо было сделать реакцию, но только сейчас руки дошли, поэтому поехали. Радио Горгород. Мы возвращаемся в Горгород. На FM-волне. Снова Марк. Развалины за окнами, как Триполи, безумно, как Талиб Квели. Раслипали поминовые гитлеры, элитали, или же литалы-тали. Смешались люди, кони, что за власть Каллигулы. Моя мечта погибла, как эти Старков Химера. Некому дать тут слово мэра, что ты доживешь до старости. Или хотя бы от заката до рассвета. На развалинах Горгородского сельсовета. Проход, у кого из ЧВК, мэйк со мной за углом. Застрелили чувака, чё вы как Горгород. Оказался бутерброд, и мы пятимся как раки. Кар наоборот, а. Думал, людям не нужен погонщик для скота. Думал, как пойдет Бастилия, крепость, тюрьма. Звери покинув зоопарк на волю кто куда. Но это не Мадагаскар, а Горгород 2. Лучше, пожалуй, начать сначала, да? После событий первой части я оказался в коме. Алло, Марк? Это я, Кир. Да, я все-таки решился на переход. Знаешь, ужасно глупо записывать хорошо, эти сообщения, зная, что ты в коме. Но для меня это такой способ выговориться. Мне так тебя не хватает. Блин, прикольно, прикольно. Еще и за мальчик тут. Все как надо. Прикольно сделал Славик. Охуенно. Это только первый трек, заметьте. Куча отсылок. Эта строчка Слава намекает, что вместо действия, что место действия город Горгород находится не в Африке. Таким образом, можно предположить, что Марк не чернокожий, значит, его расстрелял силовыми структурами мэра. Значит, его расстрел силовыми структурами мэра был неоправдан. Короче, кто слушал город, Горгород первый, тот все поймет. Пока охуенно. Охуенно, очень хорошо. Треку ставим пятерочку. По поводу Замая. Что сменил пол, Кира сменила пол, охуенно, пиздато, мне нравится. Слушайте, давайте следующий трек. Пока пятерочка, охуенно. Трек представляет собой наглядный пример использования такой повествовательной техники, как флеш-форвард, суть которой состоит в отклонении повествования в будущее. Такая же техника была использована в альбоме Горгород от Оксимирона. Позднее Слава КПСС вернется к этому отрезку сюжетной линии в треке «На развалинах». Блин, очень хорошо, очень хорошо. Погнали слушать следующий трек. Называется «Сон разума». Второй трек. Фу, хорошо. Отсылочка хорошо. Комната пиздата, фильм. Кто не смотрел, посмотрите, охуенный просмотр. У меня было сердце льдышка, я братец Керны. Перестала биться, может быть, туят легенды. Или пуля металлом пробила марку дно. Жизнь то черная, то белая, как панда По. Я не бульвар депо. И пусть порой бросает пот, будто бы айкидо. Но я всего лишь писатель, и я пока что жив. Я выберусь из комы, и все скажут точно вечно жив. Башни из слоновой кости четких останутся баха. Но я выберусь из джаханама. Он стёк, как собака, скажет, но не про меня. Жизнь на смерть не променял. И пускай декабрь, январь, февраль, март. Лежал Марк весь в крови, как соцарт. Апрель, май, июнь, июль. Я Дрейк, но не Натан. Прости, я не могу перезвонить, ведь я в коме, братан. Шипение, как будто перешел на парсел танк. Вдох, выдох, но морзянку не поймет врач. Ярость, как зашел на двач. Ярославный плач, и пусть будто бы москаль. Он скачет, скачет, чет, мечет. И он на вочереве ком и сон, тот икру мечет. Но еще не вечер, ведь Марк вечен. Хорошо.
Кроме маска, гаргоны, а сон разума рождает чудовище сна. Масоны, адоны, то ли Тони Старк, то ли Донни Дарка. What a story, Mark. Архетипы Фрейда или Лагуны Лакана. В подсознании я, ты пока танцует танц макабр. На моих костях старуха, как по ДМТ. У меня сериал видений Netflix или НТВ, ТНТ, ОРТ, РТ, РЕН-ТВ. В голове я подцепил одна раза попа. Что это? Голос гуру, что ли, на FM волне? Да, был любовником моим, и был как транс во мне. Бургер и Голден Резорт, он был моим духовником. И часто загонял мои гонбольные ворота. Болт — это рекорд, но мы расстались без цветы для Элджернона. На границе Горгорода, там не встали три Билборда. Это что, восточный морда, где от мэра Трипер Фродо подцепил? Все переплетено и развивалось по цепи. Та-та-та, я в рудниках и создал ряд легенды. Тини Тима белорусских набрел в мокрых керах. Волкер, Хоя, Венды, Хику, Фоклера. Все по сюжету ждал, и где-то поднял бунты, я знал. Пришло время, Месси, граф Монте-Кристо. Теперь я владею гором, и твоя Алиса стонет подо мной хором. Боргера, дом, но Топган, грозовой перевал. Клоун, Шалимар, гуру, теперь главный стал. Так что, Марк, не просыпайся, спи хоть целых сотню лет. Тут есть два стула, но поверь, для тебя места нет. Хорошо. What a story, Mark. Хорошо. Привет! Ты пришел в себя! Скоро навещу тебя. Только я сейчас за Горгородом. Прошу тебя, ничего не предпринимай, пока я не приеду. Тут столько всего произошло, и этот фанатик, что в тебя стрелял, все еще на свободе. Будь осторожен. Охуенно, замай, красавчик. Блять, это прикольно. Столько строчек, столько отсылок. Прям дохерещина Оксимирона на все. Тут есть два стула, но поверь, для тебя места нет. Это хорошо. Короче, очень у меня сериал «Видение Netflix» или НТВ, ТНТ, ОРТ, РТР, НТВ. Охуенно, блять. Короче, Славик ебет. Охуенно. Мне очень нравится, честно. Я прям заряжаюсь энергией от этих треков, блять. Прям просто охуенно. Смешно. Смешно. Марк вонючий в палате очнулся от сна. Второй сон, как Тойота, это Марк 2. Рядом медсестра, мне нужен медсестра. То есть горсестра, вот это мифа. Хуй встал, то есть орган с уретрой поднялся. Марк походу запал, так вспотели яйца. Худой отпечаток яйца на простыне оставив. Скрылся в туалете, встав на костыли. Что за бес во мне, я проклят как ребенок Розмари. Пойте госпелы над Марком в медицинском хостеле. Я мечтал об Алисе, но я была сильнее. Эта тетушка старей, чем хамили змей. Ох, Алиса, Алиса, воскрес как Тупак. Да, я сдерживаю мозг, но хуй никак. Она жопою виляет, как Егор Крид. Я искал тебя, и вот моя девочка Милф. 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 Добавлю корс блиф. Чтоб залезть не под подол, знаю, нужен гор. Захожу на Горыныч, точка Анион. Магнит прикоп, я как мир, как Краков. Заберу сейчас свое, кто тут типа грибок, а? Слышу оклик, эй, ты пидор, чей скейт-поп? На мне пара гопников, словно я скейтборд. Долго прыгали собаки, так бы кул вздох. Не поможет и стоп-слово мое, стоп-мох. Получаю пиздюлей, слушай, гаденька, не бей. Лучше даже обосы, как из Лейки Лей. Я и Фенди Бэй, все стерпел ради детей. Если файт без долг дождей, я не водолей. Эй, эй, вот такой вордплей. Они сняли все на видео, it's not okay. Они сняли все на камеру, Марк 2. Так
мне, блядь. Марк, я тебе папочка или кто? Почему тебя нет в палате? Птичка шепнула мне, что у мэра есть какой-то компромат на тебя. Прошу, не ищи встречи с ним. Люди гуру могут влепить срок только за одно упоминание его имени. И перезвони. Блять, как хорошо про Гуфа, я вообще про стоп мох, это просто шикарно. Блять, как хорошо. Охуенное продолжение, то продолжение, которое мы заслужили. Собственно, моя девочка Милфа, охуенно. Просто, пока мне очень все нравится, треку поставлю, короче, 5 из 5. Погнали слушать следующий трек. Вот название третьего трека с альбома «Слава КПСС Горгород 2» является отсылкой к треку «Девочка пиздец». По сюжетной линии лирической герой Марк после того, как просыпается от комы, влюбляется в медсестру девочку Милф. После лирический герой отправляется за гором, и на его пути встали гопники, которых послал мэр и избили Марка, сняв это на камеру. Короче, очень хорошо, очень прикольно. Четвертый трек «Слово мэра 2». Погнали слушать. Анатолий, пожалуйста, расскажи. Хули расслабились-то все, а? Горгород криминальный, чем топ-сет, yeah. Когда произошел раскол, мэр old school, как старый раскол, yeah. Эй, Марк, извини, мои орлы пережестили. Чуть как Бенджамина Крива, тебя в сеть не слили. Но вряд ли иначе ты пошел навстречу. Я не Иуда, Марк, но знай, будет Чапман, далеко не Чапа, но учим отчасть, блин. Гуру Горгород спалил, но Дардам де Бари. Твои теории щеса, как у Готари. Ты не смотри, что весь на Филококия. Мне осталось жить 12 дней в Мортупия. Какой гандбольный рекорд, тут от голода не сдох. И доволен антидот, ищу всем не по карману. Концерны и фармацевты с воли гуру винтят цены к нудам. Керлинг, гольф и подром. Все забыли, хоть в окно выходи, Егор, погром, а? Ну, мол, ты крутой бобер, модный поп-бернер. Но гуру это мистер Бернс, ты Марк Бёрдман. ЧСВ твой полигон, подделка не оригинал. Ты мормон, гуру твой, Фердинанд Димарк. Он ебет твою Алису, ты чё, умер, маргинал? Так что чё, ты со мной или мать ебал? Пойми, Марк, Холокост тебя использовали. Как это уже было в других странах. Не берут таких, как ты, легковерных лидеров мнений. Что в результате? Страна в разрухе. И увидишь это сам. Хули расслабились на все, yeah. Горгород криминальный, чем тот, yeah. Когда произошел раскол, мэр old school, как старый оскол, yeah. Хули расслабились на все. Блин, мясо, какое же мясо. Про Бёрн... Вот эти строчки тоже прикольные. Короче, прикольные про Бёрнса, Марк Бёрдман. Короче, хорош, хорош. Куча отсылок, опять же, блин. Прикольно. Славик постарался, чтобы сделать вышку, чтобы сделать круто. И юморком заправил это как надо вообще. Блин, это очень круто. Четвертый трек с альбома «Горгород 2» является сиквелом к треку «Оксимирон. Слово мэра». В этом треке мэр обращается к Марку и рассказывает о том, что при свержении мэра и правлении гуру Горгородом все стало еще хуже, чем при мэре, и призывает Марка помочь ему свернуть гуру и вернуть Алису к себе. Блять, какие сюжеты. Ах, «Радуга тяготения». Пятый трек. Погнали. Круто, очень круто. Ты
Ты затеяла игру как Финчер. Я от Куни Ян, Кунин, Доберман, Пинчер. Даже радуга тяготит, и я Томас Пинчен. Ты украла праздник для меня, ты стала Гринчем. А может мэр прав? И теперь твой Марк в френд-зоне, будто make love. Выпил Маргариту, выстрел сделал генерал Гав. За гуру лишь играет роль, он волан парень Кинга. Горгород развалит, словно Горбачок. Он Бенни убьет этот безумный кабачок. Плох тот гоблин, что не мечтает стать каблачом. Я не чей звини, челядь свиньи, все за пятачок. Продадут дом, рот и рот, дом, Ростов, Дон. Это не ромком, замрот, мрут тут хардкор. Голодомор и Мордор, Курус, Прут и Бартком. Такого не осветит, тут Гордон, это не сварение кипятков. Срут люди, а Алиса Флюгер типа френдли. Но ты не сталкер, а жена, ты не Алиса Френдли. Может это все игра была? Прошу, ответь мне, что мой милый медвежонок, монстр, Мишка Фредди. Она знает, как выпустить пчелы солея. Ибо тебе не бог, наша религия. Разнень, как усь мужа, напиточка. Быть с тобой безумие, топ шиза. Она знает, как выпустить мои пчелы солея. Ибо тебе не бог, наша религия. Разнень, как усь мужа, напиточка. Быть с тобой безумие, топ шиза. Она знает, как выпустить мои пчелы золея. И будто меня пух на жаре летюя. Раздень, как Кузьму, жена пятачка. Быть с тобой безумие, топ шиза. Вижу Алису, она потрясна. Но как Алисе предала, она красна. Шкрикну ей, твой гуру преступник, будто Караджич. Но она в ответ мне пару слов и как гора. Марк, ты попутал, я всегда была с гуру проблема. Я Алиса, а ты крыса, когда ты вышел от мэра. Поняла, предатель должен сдохнуть, пусть и бампенсьера. Анти-Джульетта, анти-Ромео, я закончу дело. Есть пробитие. Очень хорошо, мне понравилось здесь про... Отсылочка, получается, на клан Сопрано. Я это смотрел, я в теме, как говорится. Про сталкера очень прикольно. Про Алису Френдли. Хорошо прям. Блин, это очень круто. Куча панчлайнов. Я такое очень люблю, когда прям хорошо. И по... Прикольно, прикольно припев про пятачка. Про Винни-Пуха. Хорошо, по Кузьма. Вот это же, да, ссылочки. Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, ставлю треку 5. Очень хорошо, очень хорошо. Мэр наконец-то встретился с Алисой, высказал ей все, что думает о текущей политике, проводимой в Горгороде. После событий первой части Горгорода власть в городе захватил гуру, который, как оказалось, был любовником мэра. Он сжег город и погрузил его в нищету. К тому же еще и переспал с Алисой. Марк пытается убедить Алису в том, что... От гуру нужно отречься. Он не верит в то, что его милый медвежонок обернулся Мишкой Фредди. Но Алиса не слушает Марка. Она остается верна гуру. Она достает пистолет. Мы слышим выстрел. И, блин, как же. Очень круто, очень круто. Молодец, Слава. Очень круто сделал. Так, шестой трек. ПСЖД. Погнали. Господи, ответь, пожалуйста. Передали, что у дома Алиса слышна стрельба. Пожалуйста, я не могу тебя снова потерять. Это правда, что ты никогда не промахиваешься? Все промахиваются. Ты не ответила? Я не должна отвечать. Слушатель, ты думал, Алиса сразила Марка? Что? И теперь извечная судьба ему кресло-каталка. Пуля подбросит катафалку, как Бэтл-Рояль. Играет похоронный марш, но в кустах рояль. Дымится с пола перед Марком, Алиса в крови. Интрига кончилась быстрее, чем длился ковид. Это больнее даже, чем нарывает пульпит. Теперь с Алисой замутить может только Лил Пип. Не обладает и не дрил, но в голове сверлит. Кто это сделал, Марк, не спи, голову поверни. И ты увидишь, твой фанат из первой части стоит над трупом, как солнышко, лучась от части. И говорит Марк, я шиз, но не как Канье. Я Льюис Кэрролл, я Алису послал за зеркали. Отставить слезы ни к чему, твои пизы страдания. Хлопни кути за здравие мэра, давай до свидания. Похуй, сдохла, живи дальше. Похуй, сдохла, живи дальше. Похуй, сдохла, живи дальше. Эта жизнь за
убил ее, Марк. У меня была причина. Имею право на убийство, как Аль Пачино. По плану с гуру Макруху хотела, как змея. Но я не вешалка, чтобы это вешать на меня. Пришил, как швея, не надо ставинков. Ты заставил львов, как Борис Савенков. С нами ставиков, Горгород под пятой скруч. Держит быть посуду или поднимать пивной пуч. Решай сам, устоит ли наш Нильфгард. Кто-то Бисмарк, но выйдешь ли на Бисмарк? Бисмарк, и мы построим свой марксизм. Нас душит власть, будто свобода — это Барт Симпсон. Роланд Барт, Ницше, сложили пазл ловко. Ты здесь и кролик, и кузнец, важна лишь морковка. Верим на смарку, не пустим шашку в дамку. Воды на мельницу протеста — это вотермарк. Бог сдохла, живи дальше. Бог сдохла, живи дальше. Бог сдохла, живи дальше. Это жизнь с ароматом Givenchy. Бог сдохла, живи дальше. Бог сдохла, живи дальше. Бог сдохла, живи дальше. Это жизнь с ароматом Givenchy. Только малюсенький шанс. Но кто мы, если не попытаемся? Герои не умирают. Жесть. Мне теперь приходится искать твои аудиенции, будто ты сам гуру. В Горгоне пишут, что вы с фанатиком собираете митинг на завтра. Если это так, я очень тебя прошу, воздержитесь от провокаций. Блин, как же хорошо, какой офигенный припев после куплетика идет. Это очень смешно, это очень хорошо, это очень круто. Это ж надо было такое придумать. Блин, это талантливый Славик чел, что сказать еще можно. Очень прикольно, очень много панчлайнов, отсылок. Про Барта Симпсона мне понравилось, про Канье Уэста тут хорошо. Куча. Борис Савенков, окей, тоже. Хорошо, просто хорошо. Просто круто. Блин, давайте слушать следующий трек. Шестой. ПСЖД, это сокращение, припев, похуй, сдохла жизнь. Ну, это да. Окей, хорошо. Следующий трек. Седьмой, конец империи. Ох, погнали. По городу кругом брак. Жизнь скатилась так, балабановский ад. Даже вещи не в себе, так бы сказал Кант. Кругом кантоны, как плацкар, кто им дал град? Они строят артерии асфальтом темным. Вечером такси застрянет в пробке тромба. Уехал бы жить в Лондон, да не Дэнди. Я как дуриан тут развонялся по Эдипедия. На этих улицах Ниберия, его материя. В башне над городом не Мария, то Берия. Империя живет только пока пожирает других. Я не Валера Тодоровскин, тут страна глухих. Тревожные звоночки здесь давно как сэмпл. Но свита короля только лишь push the tempo. Может сказать запуганный, как трансгендер. Запад наседает на бутылку, это цистерна. Вермахт и зомби-ферма. И гуру богом быть нетрудно, Алексей Герман. Путь в хеле вам, пропаганда real talk. И наш народ почтет за счастье этот Рагнарок. Власть против, кто против, вам пиздят. Хочет стейк с кровью, как у Мэда Дрисня. Значит, будет резня, прогноз погоды судного дня. Три дня кровавого дождя. Я иду по городу кругом рай. Как тени толкай, эпик фейл гай. Сколько я прожил этих горе зим. Остров крепость нет, я Маргара Горизим. Строчки кровью и вся жизнь суицид фанзин. Сердце бьется словно взрыв сотни хиросим. За униженных и оскорбленных отомстить. Основной инстинкт, как палестинец выпускает магазин. В сторону святого города, так Горгород. Потопом бог сотрет, мох растет, Кубрик мертв. Да, жестоко, но не я забил этот апельсин. Еще раз, имя Марк, значит марксизм. Смерть угнетателям,
И властную фигуру мы поставим на колени. И теперь какой-то гуру тело, как Такимакура. Через 5 секунд обмякнет, чтобы тебя кончить. Не нужны японки и тентакли. Власть народу. Как хорошо. Власть народу. Власть народу. Имя Марк значит марксизм. Ах, как хорошо. Люблю такие, слушайте, альбомчики, где куча панчлайнов. Местами тут даже нечего выкупать в плане того, что это легко, а просто тут на Genius'е сделали каждое, блядь, почти слово. Надо так, наверное, делать, потому что большинство-то все понятно. Про Достоевского, униженных, оскорбленных, дальше вот идет прикольно. Про марксизм, марксизм, прикольно. Хороший трек. Да тут все треки хороши по-своему. Тут надо текст слушать. Иногда это полезно, это интересно. Про Кубрика тоже хорошо. В общем, трек поставлю 5 из 5, хороший. Думаю, после того, как сделал реакцию, переслушаю некоторые треки. Потому что, ну, здесь, блядь, просто годнота. Пятерочку ставим, поехали слушать следующий трек. Следующий трек у нас восьмой, который называется Рэф Экзотерика. Погнали. Алло, ну вот, снова я как дурак записываю тебе сообщение, а ты в коме. Какая-то дурацкая комедия. Ты бы, наверное, хотел знать, что то, как вы с Гуру схватились на балконе, видел весь Горгород, и как вы упали. Гуру, кстати, того, умер. Надеюсь, ты не последуешь его примеру. Черные обелиски, диджей, негр на культе. В мире мертвых. В мире мертвых. Рейф эзотерика. Рейф эзотерика. Рейф эзотерика. Играет блэк-блэк, парку ярит клэп-клэп. Посмертный трип, накаркал Алистер. Револьвер заряжен 666, торио фалишер. Встреча со смертью — это адюльтер. После выхода из морга ей нужен акушер. Люцифер, капитал, смерть при мне, буцефал. Данс макабр и хорон, вход с корабля на бал. Ведь сдохнет от твича, Юра, мы все проебали. Даже солисты руки вверх, с рейва вперед ногами. Выходишь, что там за чертой, мрак густой. Как тут спидицы кустов, песни голубой, тонет все. Ты карма ведет счет, сансары круг уже какой. Дурачок, новичок, новиоп, ну а че? Или может врет научпоп, коли тебя не так отпел, не учпоп-то в тюрьму адских мук, канибляцкий мир мух и фитхасский фидюк на повторе в аду. И мой труп Мэдди Мур, бля, дай тенью в гробу, будто белый Андрей. Что мой Петербург, где бегло в святой духе. Фантовый кунштюк зашвырнет тебя вновь в сны. Ночной бабочкой проснешься, словно Чуанзи. Патологоанатом, как Жан-Клод, твой кровавый спорт. Над тобой верши, ковыряет кишки в поисках души. Федор Сонов, шатуны, но в пизду отсылки. Туда не ходят поезда и не идут посылки. Вспомни последний поцелуй, последний минетик. Вил этих не избежать, всевышний генетик. Так рассудил и наш генезис, как киднеппинг. Детство украденное, лимонка в дом, как прилепин. Или смерть, как жди меня. Где ты можешь повстречать маму, папу и жмеля. Я вхожу в предвечный мрак, напиваю макарена. Я не на пробежке Ройзмана, но бля, я вижу мэра. Я не Кастанеда с Дон Хуаном, но я вижу гуру. Будто принял барбитуру свою от грека в реку руку. Вот она, Алиса, печальная актриса. Слов не слышно, но я по губам читал, прощай мой мысль. Небо свет, но не свет, а свет мой зеркальце, скажи. Может мне еще пожить, и слышу голос медсестры. Еще разряд и разряд, сердцу биться нелегко. 5 минут назад я камбэкнул, как дружко. Из мира мертвых. Черный обелиск и диджей не гаракультист. В мире мертвых. В мире мертвых. В мире мертвых. Все равны здесь коммунизм, не как коммунизм. В мире мертвых. В мире мертвых. Блять, как хорошо. Как хорошо. Алло. Когда ты уже появишься на людях? С тех пор, как ты пришел в себя, второй раз,
Весь Горгород ждет у стен больницы. Марк, они хотят, чтобы ты правил ими, слышишь? В общем, дописывай скорее свой программный текст, и я устрою нам пресс-конференцию. Это просто великолепно, великолепно. Отсылки, куча отсылок, блин, опять же. Про шатуны мне понравилось, это прикольно. Я читал. Короче, прикольно. А, куча всего. Прощай, мы лысые. Охуенно просто, ебать, я заржал, короче. А, прикольный текст, блядь, опять же. Это надо переслушивать 100% потом. Но мне очень нравится. Очень нравится. Просто восхищаюсь. Это великолепно. 5 из 5 ставлю. В песне описывается, как Марк борется с жизнью в коме. В конце у него получается прийти в себя, блять. Это охуенно просто. Какой же кайф. 5 ставим, погнали. Я упал с луны, 9 трек. Я упал с луны, и корона в пыль. Черепа слоны, в океан без сна. Королевы с рабов, и вот тут с плеч гора. Я упал с луны, на все. Я упал с горы, я упал с луны. Две везде мечты, трон за полцуны, корона в пыль. Черепа слоны, в океан без дна. Кандалы с рабов упадут тогда, будто с плеч гора. Эй, ты не стал бы стрелять синего кита, но за деньги, да. Даже когда я валялся на дне, я сиял, будто морская звезда, не бикини. Вот он мой град, моя патрик святой, значит святая вода. Мое вам послание, как коринфянам, хроники снимет счастливый финал. Веля чита, пусть падет гора, пусть резома зла, пульс небес бирюза. И опять к низам, к муравьям, шукам плоский купол над нами, это знал лоза. Если Бог отец вечен, патриархат, Господь на кресте и госаппарат. Слились писания, как госзаказ, а тусовка в раю, это корпорат. На утопии, будто атомик, карт ваши всех заебали. Картинки Миджорни, вавилонскую башню снизу ты под корень, ведь власть на горе всегда людям на горе. Мир болен, князь дураков, the end story. Эксплуатации, и возлежат мирным сном Агнеца львом, города и нации. Может, не стоит там строить на горах и жить принцессами на горохе. Если все на равне, тогда некуда по головам лезть и драться за крохи. Нечего, если нет хлебных мест, господ и слуг, и нести свой крест туда, где голдов и нет. Я убил себе гору, rest in peace, Эверест. Я упал с горы, я упал с луны. Дребезги мечты, трон за полцуны, корона в пыль. Черепа слоны, в океан без дна. Гандалы с рабов упадут тогда, будто с плеч гора. Я упал с горы, я упал с луны. Дребезги мечты, трон за полцуны, корона в пыль. Черепа слоны, в океан без дна. Гандалы с рабов упадут тогда, будто с плеч гора. Блять, как прикольно. Тут мне очень понравился припев. Прикольно, я упал с горы. Блять, как же охуенно. Вот это отсылочка на трек-ойду. Короче, очень круто. Мне начало еще понравилось. Там это вот про Патрика. За деньги, да. Хороший альбом, Славик. Привлекает внимание концовка предыдущего трека «Все равны здесь». Коммунизм, некрокоммунизм, который описывает умирание. Я вхожу в предвечный мрак, напевая Макарена, и по характеру на контрасте с этим треком напоминает мытарство. Здесь же характер максимально спокойный, размеренный, а весь короткий текст как раз про равенство, выражаемое через отсутствие всяческих гор, башен и иерархии. Это описание рая, выраженное то ли автором, то ли Марком. Жаль, что образ глубин только намечен, но не раскрыт. Итак, непонятно, остались ли они в этом месте, или их также нет, как и вершин. Короче, прикольно. Блять, очень тут прикольно по тексту. Да, не знаю, сведение нормальное у Славика, тоже хорошо, в принципе. Не топ, конечно, но нормально. Прикольный трючок. Ставим 5. Так, это у нас предпоследний трек, называется «На развалинах». Ой, погнали, погнали. Это круто. Будь ты проклят!
Почему ты не берешь на себя ответственность за то, что натворил? Где тебя носит? Сегодня в меня стреляли, когда я просто шел за водой. Я упал с горы, блять. Построим общество без иерархии. Говно! Лучше бы тебя никогда не существовало! Расстроен. Развалины за окнами, как Триполи, безумно как талибквали. Росли полипами, новые гитлеры летали, лежали талытали. Смешались люди, кони, что за власть, Калигулы. Мыло меняем на веревку, паханов на мэров. Арандисманы на фавелы, эффект Манделы. Стационарные бандиты, грабить нас и кредо. Какая кровь по счету пролита, не знает Рэмбо. Моя мечта погибла, как Эдик Старков, Химера. Некому дать тут слово мэра, что ты даже ждешь до старости. Или хотя бы от закрытия до рассвета, на развалинах Горгородского сельсовета. Прав тот, у кого есть ЧВК. Мэйк со мной за углом застрелили чувака. ЧВК Горгород оказался бутерброд. И мы пятимся, как раки, и кар наоборот. Думал, людям не нужен погонщик для скота. Думал, как пойдет Бастилия, крепость, тюрьма. Звери покинув зоопарк, на волю кто куда. Но это не Мадагаскар, а Горгород 2. Что же я наделал там, где был худой мир? Теперь вечная война в Колизее Рим. Превратил, развалил, я писатель лишь. Словом, мышьяк и гора родила мышь. Меня по слепой тропе. Ты рожден нигде, и ты потерян в голове. Вдохни дымок, и Горгород заменит Сан-Тропе. Ты думал власть менять материю, это шуе. Вдох, потом еще один, еще вдох. Отпусти эго, и оно растает, как дымок. Мох, будь как мох, или будь как плесень. Дух, всегда один, единый дух извечен. Если ладонь рожата, где теперь кулак? Дух, триедин. Пленник, вертухай, гулаг, это все ты. Good luck, линия размыта. Все человечество, единая поликула. Ты можешь быть кем захочешь, Марк. Вдохни еще, и ты забудешь, как дышать. Вот-вот и сердце остановит бой. Но ты не бойся, повторяй за мной. Чертания, да кто и где? В руке дымится сплифа, в головешке сверх идея. Кумир, что поднят был на пьедестал, подустал. Сажусь и в телефон, кричу ему, кем ты стал? Может, ты фейспалм, но это почему-то важно. Как будто в прошлой жизни кто-то крупно облажался. А мне решать, мой посыл его зацепил. Восстание с гуру ловит пулю, горе пацифист. Летит брафист в виде пули в голову Алисе. Битва Марка с гуру на карнизе. Череда коллизий, Горгорода пепелища. Это была ошибка, хижина у нимф тумана. Я напоснулся жидко. Комната вернула очертания, мы совесть нации. Вышел из медитации, пора кончать метаться. Взглядом наткнулся на книгу молодого автора. Некий Маркс, одно сознание, как будто амфора. Поднялось понимание, все переплетено. Моя судьба его в старых руках веретено. Я стал влиять на его мозг, он стал орудием в руках. Скоро встретит последнюю осень патриарх. Марк в коме, февраль, март и камбэк. С кучкой левых коллег, мой дом как снег. На голову мы падаем с балкона вместе с ним. Где же я ошибся, что же надо изменить? Комната вернула очертания. Смотрю на руки старые в морщинках, как будто сухофрукты. Ощущение опять, что я иду по кругу. Как сказал один мудрец, судьба игрушка Будды, да? Но я своей управлять привык. К моей Алисе ходит ночевать какой-то жид. Что? Он писатель?
Тот самый мистер Марк, Чуйка говорит, что от него не стоит ждать добра. Когда смотрел его глаза, будто узнал себя в молодости. Отпустил на все четыре стороны, ослаб. Старый дальше бунт, свары, гор, чтоб затушить боль. Эх, Марк, хотел бы сейчас стать тобой. Я никак не могу понять, ты был и мэром, и гуру, и фанатом? Что за ебаное триединство такое? Получается, что ты спал собственной дочерью и крутил роман сам с собой? Как мы должны издать такую хуйню? Ой, да в пизду вообще, а? И я вообще... Ну, тут отдельные строчки выделять я не буду. Ну, хотя выделю вот про кем ты стал. Вот, это очень круто. А в целом надо трек слушать полностью. Трек, блядь, 4 куплета. Но это очень интересно. Если вот слушать первый альбом Оксимирона Горгора, да? Ну, как его альбом. То там я его слушал один раз. И я выделил для себя 3-2 трека, которые мне понравились. Это последний... трек «Где нас нет», «Девочка пиздец», мне тоже нравился, хотя этот трек вообще не для всех, но мне нравился, особенно битло там прикольно, ну, как по мне. Вот, а в целом, не знаю, прям вот тяжело, а тут прикольно по тексту, тут столько юмора, столько отсылок, столько панчлайнов, что это, не знаю, по мне это круче Горгора, да, первого, оксимироновского. Славик сделал намного лучше. Возможно, тут чего-то не хватает, да, какого-то мега-крутого сведения, да, но, в принципе, тут и не нужно, да. Тут юмор, охуенно зарифмованные куплеты, прикольные припевы. Мне нравится в целом, круто. В заключительном сюжетном треке альбома Марк по содействию богини смерти, нимфы тумана и наркотика гор путешествует назад во времени, где поочередно становится фанатом Феди, гуру и мэром. Пытается гонять и исправить ошибку, пытается понять и исправить ошибку, которая привела к окончательному разрушению Горгорода. На строчках «Эх, Марк, хотел бы сейчас стать тобой», сюжет Горгорода 2 закольцовывается сюжетом первого Горгорода. Мэр снова становится Марком, и история повторяется. Выбор линии судьбины таким образом является иллюзией от себя не убежать. Блять, очень круто, очень интересно. Рекомендую. Короче, ладно, давайте заслушаем последний трек, потом скажу в целом по альбому. Треки, наверное, топ-3 трека делать не буду, наверное, потому что тут в целом надо слушать полностью, не по одному треку, а целый альбом в плейлист добавлять и слушать. Очень круто. Последний трек называется «Ой, да». Если Икея уйдет, то на что?
не мечтай, как пойдет гора, не придет пора, и котенок ра. Ра поет ра-па-па-парам, похоронный марш кроличана ра. Так глубоко это дип-дайвинг, мирный протест убил Ганди. Здесь Нью-Йорк, эффект Манделы, светит ли вам мистер Навальный? Дом и пальмы, как коррупция, вспомни надо слова Конфуция. Ты ненавидишь, тебя победили, где нас нет или где мы были? 8 лет, ответит Яшин, земли пашет, свою землю пашет. И пока на столе есть еда, как нас болы даст вольна. Пизду, не пересобрать уже дом, где найду я фурнитуру в подвеще. Если Икея уйдет, то наш дом не пересоберем, не пересоберем. Ой, да пизду, не пересобрать уже дом, где найду я фурнитуру в подвеще. Если Икея уйдет, то наш дом не пересоберем, не пересоберем. Если разум у материи, Лем Солярис, его мистерии, жизнь игра, драконы подземелья, горы видели все падения, все империи, привилегии, Кен Конеки, Синека, Берия, жизнь кино по Москве шагая, в спину мотор мне кричит Данелия. О, я Марк Садыков, династия вечно саудитов, над Горгородом есть аудитор, развал всего ему вряд ли выгоден. Так танцуй же, хозяйка медной, санкционный синдром отмены, Чебурашка стреляет в Гену, это значит кончилось детство. Крылатые не качели, боже, беженец Ника Белич, пересобрана кай хули, я на вокзале, подайте мелочь. Пей челом или пей буржуев, пей боржом или бой, что жулик. Гуру мэр тяги под крадули, тропы стоптаны, дай пизду. Ой, пизду, не пересобрать уже дом, где найду я фурнитуру в кладыши. Если Икея уйдет, то наш дом не пересоберем, не пересоберем. Ой, да пизду, не пересобрать уже дом, где найду я фурнитуру в кладыши. Если Икея уйдет, то наш дом не пересоберем, не пересоберем. На лебединых островах только гадки, гадки, гадки утята. На лебединых островах только гадки, гадки, гадки утята. Покинули склон, и кто там чё пересоберёт, и будет ли ещё когда рассвет, это не важно, ведь это там, где нас нет. Ой, да пизду, эти ваши песенки, слушай, пою, ведь я не кончил гнесинки. Танцую на льду, и мне страшно и весело, даже в аду не возьмёт депрессия. Ой, да пизду, эти ваши песенки, рева революции, унылая месиво, небо не боюсь, со всеми теми бесами, так они сразу от тоски повесятся. Ой, да пизду. Спасибо всем, кто спонсировал сегодня альбом, всем нашим чатам. Ой, да в пизду. Ну как хочешь, брат. Рыва революция. Че, это был Горгород 3. Это охуенно. Это сумасшедший альбом. Это очень крутой альбом. Это очень по смыслу прикольный альбом. Охуенное продолжение с пиздатым юмором. Просто великолепно, что это самое охуенное за последнее время, что я слышал. Короче, тому альбому я ставлю 5 из 5. Очень хорошо, очень... Мне понравилось больше, чем и когда я слушал Горгород. Тут нужно целый альбом закидывать в плейлист и слушать. Не по отдельному треку. По панчлайнам, по вайбу, по флоу. Да здесь вообще, короче, все прикольно. Замай великолепен просто. Ставлю 5 из 5 Замаю. 10 из 10 ставлю Славе КПСС, очень круто. Мне, не знаю,
просто даже вот послушал, да, и мне настроение поднялось. Хороший альбом. Как-то так. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До встречи. Пока.